И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tension Corporated. На связи с вами ваш доктор Эггман Работник, он же Альберт Вескер. И мы продолжаем. Sonic Generations. Так, наверное, сегодня сначала начнем с модерна. Потому что, хотя, в принципе, нет. Давайте с классикой сегодня начнем. Так, ты живой? Живой, живой, отлично. Так. Хочу убедиться, что музыка вся прослушана у нас. Да. То есть забор. Что ж, отлично. Сегодня мы, получается, продолжаем прохождение. Это уже будет 14 у нас эпизод. В прошлый раз мы с вами прошли станцию Блейз. С одной стороны, хочется мне сегодня заняться вот именно вектором. Но это слишком хороший уровень. Поэтому давайте-ка я его оставлю. И сегодня займемся чарми уровнем. А вектора мы оставим уже на следующий этапчик. Так. А как мне здесь залезть? А, мне само через вектора? Как всегда. Ладно. Лондон мы оставим чуть потом. Стоп. Минутку, я не прошел гонку с Доппингангером, но я же... Минутку. Тут просто колокольчик висит. Так, давайте закрывать. Это неправильно. Да, знаю, тяжелый уровень, но... Я не обратил внимания в прошлый раз. Оказывается, колокольчик что ли не забрал? Давай. Так. Ауч! Ай, зараза! Так... Отлично. Так. Отлично. А, вот оно как. Так. Вот она какая короткая дорожка-то была. Тут же с другой стороны узнала короткой дорожки. Это, в принципе, здорово. Неплохо. Да. Давай наверх. Доппингангер меня пока опережает. Я не знаю, каким путем, но он меня опережает. Так, спокойно, спокойно. Так. Теперь я его опережаю. Уж не знаю, каким путем, но он идет. Так. Спокойно. Ауч. Придется так. Давай, 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 давай. Есть. Отлично. Да.
Ой, зараза. Ненавижу этот ветер. Да ты можешь нормально, ёж. Ауч. Зараза. Мы, по крайней мере, с ежом ждем. Эй! Вот. О-о-о-о. Есть, неплохо. Ауч. Меня почему-то не отвлекается он, зараза. Ну-ка, давай отвлекайся нормально. Отлично, птицу пробил. Так, я думал перепрыгнуть здесь, но не получилось. Давай, давай. Есть, неплохо. Так, спокойно, спокойно. Есть. Так. Провалился. Я так полагаю, за A уровень дается. Я так полагаю, за A уровень дается все это дело. Так. Я пока опережаю Допингангера. Вообще, я, кстати, удивлен. Это как такое возможно? Раньше этот вихрь меня только-только делал, что пожирал постоянно. Есть, отлично. Раньше вихрь только и делал, что пожирал меня постоянно. Так, давай вперед, вперед. Да, грабаная машина, иди сюда. Так, давай, 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 е, да. Так, давай. Не тянем. Так. Да давай, я нормально залезаю. Ладно, сюда. Все, прошли. Но опять D-результат. Нет. Я хочу понять, нам не дадут вообще этот колокол или нет? Да, видимо, его дают только за хороший результат. Так, давайте попробуем. Я думаю, мы сейчас добьемся чарми, а тут начинаем с этого. Да-да-да-да-да. Я пытаюсь обогнать этот допингангер как могу. Да. Да вы издеваетесь, что ли? А, ну конечно. Можно нормально залезть. Так, давайте начнем сначала. Я реально хочу колокольчик забрать. Я... Ну что-что, а с этим у нас проблем с вами никогда не было. Слушай, вот неплохо стартанул. Давай, к черту монетки. Да. Ты издеваешься? Ну-ка.
Ой, время от времени глючит. Что поделаешь, проблем без проводных джойстиков. Плюс у меня еще лютая жара, и жара тоже сказывается, к сожалению. Ауч! Ты будешь нормально разгоняться, зараза синяя? Так. Есть. Вроде был какой-то проход странный, ну ладно. Давай, ёжик. Есть, неплохо. Давай, 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 давай. Есть, неплохо. Как он меня здесь обошел? Это же Доппингангер, он не может меня здесь обойти. Я был сейчас впереди него. Как такое вообще возможно? Причем я его даже не вижу, кстати, между прочим. Я не вижу этого ежа. Я его буквально обошел. Но он как-то умудрился меня обойти. Давай. Так, есть. Да, сгребная птица. Ну ладно. Ладно, прилетел здесь, пройду вот тут. Вот, опять он. Как он за мной поспевает? Я не понимаю этого факта. Так. Есть. Пока неплохо двигаюсь. Давай, 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 давай. Есть. Да давай уже, это машина обыкновенный, пикап. Давай, 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 давай. Есть. Ай, зараза, вот и Доппингангер пришел. Есть, 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 есть. Уж пож... Ну, Си, это уже лучше. Нет, не нужно, спасибо. Дадут за это теперь? Колокольчик. Да, дают. Нет, не дают. Так, ладно, не будем тогда на этот колокол отвлекаться. Колокол свободы недоделанный. Чем вроде бы неплохо шел. Но они не дают. Так. Нет, подождите, или это... Да, это уже зона Чарли, начнем с нее. Все силы соединив, используйте акваэлектро и огненные щиты, чтобы вовремя добраться до цели. Ну, давайте с этого начнем. Вообще странно с Доппингангером случилось. Ладно, разберемся потом. Так... Здесь есть акващит, огненный щит и электрощит. Подбирай тот или иной из них по ситуации, беги к финишу.
Так, ясно. Ясно. Так. В общем, здесь надо подбирать по ситуации. Вот этот мне нравится. И, кстати, очень удобно сделано. Так. Теперь мне сюда, я так полагаю. Так. Можно? Спасибо. Так. Так. Так, и здесь надо опять забирать щит. Слушайте, вот это интересный уровень. Черт, эта зараза прямо знает, когда мне надо, да? Так. Есть, забрались. Хорошо. То есть тут еще по ситуации зависит. Я могу выбрать разные маршруты, да? А, нет, я могу выбрать только один. Ладно. Так. Прошли. Но здесь на Дэшку я прошел. Нет, пробовать не буду. Я могу забрать здесь колокольчик? Могу. Может, это баг какой-то? Странный, конечно, баг, ну ладно. Нет, это реально странно. Баг какой-то получается тогда. То есть там я прошел на дэшку. И здесь пошел на дэшку. А-а-а! Все! До меня дошло, ребят. Там, где колокола уже висят, это уже пройденный этап. Я думал, это неактивированный колокола. Я думал, это неактивированные колокола. Ой, мой личный косяк. Я думал, я не забрал. А тут вот оказывается. Я думал, я не забрал.
Так, теперь сюда. Спасите животных. Освободите некоторое необходимое количество животных из капсул, уворачиваясь от бомб. Вектор, если что, мы оставляем на следующую 15-е прохождение. Потому что мне он нравится. Открывайте забросанные вокруг капсулы, чтобы освободить из плена. Могу эту штуку убить? Так, вот первая капсула. Главное от этого вот бомбардируйте. Прямо здесь закидывать начал, зараза. Так. Так. Да я заберу эту вкусняшку. Не дает, видишь. Вот это самый хороший робот. Доктор Работник, я бы сказал бы. Так, плохо. Да, зараза. Так. Почему я не могу залезть нормально? Вот. Надо было разогнаться. А я могу эту капсулу уничтожить, это супер сверхсила способности? Не попадается пока что. Так. Зараза! Так. О, красота, сразу парочка капсул нашлась. Так. Ну вот, считайте, уже спас необходимое количество зверят. А эта штука за мной не поспевает. Но она пытается стрелять на упреждение, за это респект. Слушайте, походу я ее могу бить. Я ее могу бить. Еще только заметил. Удар я могу наносить. Да. Я спас необходимое количество. На дэшку нет, устраивает. Я все-таки реально думал, что я низ открыл, а там колокольчик-то, оказывается. Вот. Получена музыка. Open you here. Все. Так, теперь надо подниматься наверх, потому что следующее испытание черви находится на тамошнем уровне. Привет, Сильвер. Так, Святая Британия, да? Это викторианская. Погоди за Блейз. Поймайте Блейз, прежде чем истечет время до... Ну, остерегайтесь бомб. Поймать Блейз надо, да? Ну, это, я так полагаю, ее зона. Да, я заметил, что мне что-то подглючивает, но, в принципе, это же...
Так, постарайся настигнуть Блэйз, пока она не улизнула. Остерегайся оставленных повсюду бомб. Ясно. Так, вперед. Давай, давай, давай. Есть. Давай, давай, идем. Нам нужно ее догонять, а эта зараза убегает. Давай, давай, давай. Есть. Я уж не знаю, что мне тут делать надо. Вот она. Иди сюда. Я так полагаю, мне нужно чисто ее нагнать, да? Есть. Да, мне нужно было ее нагнать чисто. Хорошо, меня устраивает. Главное было ее чисто нагнать. Кошка-воровщица, что поделаешь? Такие миры. Да, все правильно. Есть. Забрали. Так, дальше. Жонглирование финишным знаком 2. Такое же было. Кстати, мне очень понравился такой формат. Не уронить финишный знак на землю и вовремя беритесь до цели. Не вопрос. Так. Доведи финишный знак до конца уровня. Так. Мне нравится, что можно здесь взаимодействовать с окружением. Проблем никаких не будет. Так. Так, вперед. Ну, это вроде как вот это простой уровень. Не уверен, конечно, насчет простоты, могу сейчас сглазить, но. Так. Есть. В общем, в каком направлении я прыгаю, в таком направляется и знак. Это удобно. Это реально удобно. Придется сейчас только, конечно, догонять этот самый значок. Давай, вперед, Эгги. Ауч, это больно было. Так, от тебя тоже избавиться надо. Вот. Давай, давай, давай. Чуток остался.
Вот и все, добрались. Ну, такие мелы мне очень нравятся. Это головоломка в сочетании с... Ну, по сути, как горячая картошка. Только с самим собою. Я не ключ хочу забрать. Так, он по кругу, в общем, идет. Дождемся и сейчас заберем спокойненько. Спокойно. Забрали. Так, и остается еще допингангер. Вот здесь я забучусь, конечно, с этим уровнем. Вот мне какие не нравится, так это допингангер. Реально, очень неприятный под уровень, но... Да, не впервые уже. Так, краб-маньяки. Так. Так. Ну вот этот уровень я помню. Помните, как я здесь за кольцо бегал постоянно? Эту зону мы с вами знаем хорошо. Так. Давай, открывай. Ауч. А, тут другой путь есть. Я помер. Но, с другой стороны, не страшно. Отчасти потому, что я теперь спокоен, что колокольчик не обязателен для сбора. Так, ладно. Вроде я пока его опережаю. Вроде бы. Но это не точно. Так. Открыли, отлично. Ауч. Ну, я не уверен, на 100% опережали. Нет, он меня впереди сейчас. Так. Нет, он меня опережает сейчас. Сейчас он меня опережает очень сильно. Так. Да вы... Здесь.
не знал, что так можно. Так. Вот чего? Вот я не знал, что можно вот так сильно ускоряться на этой штуке. Так, мне главное догнать бы Доппельгангера сейчас бы. Слушай, это, походу, будет мое самое сильное преимущество. Слушай, это будет мое реально самое сильное преимущество. Только потому, что я знаю. Раньше я не знал. Если Доппельгангер повторяет исключительно те движения, которые выгодны бы, которые я делал в первый раз, ну или на последний. Вот опять же, смотрите, сейчас померли случайно. А, нет, еще здесь это запоминается, да, положение. Давай, 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 есть. Но трасса большая. Трасса большая. Это хорошо отчасти. Зараза. Надо сейчас ускоряться. И вот здесь меня каждый раз прибивает эта гребаная змея. Так. Так. Есть, живы. Так. А, мне открывать здесь в любом случае надо, да? Он вообще меня опережает, мне любопытно, или нет? Вот, нет, я вижу, он меня опережает как бы, но... Вроде не сильно-то опережает меня уж он. Давай, нормально. Ладно, можно и так. Нет, он меня опережает на порядок. Конечно, еще раз. Это реально сложный уровень. Мне нужно опередить Доппельгангера, который, видимо, разбирается в зоне лучше, чем сам я. Так. Ну, это реально очень сложный уровень.
Кстати, забавно, как выглядит этот... Этот товарищ наш мелкий. Ауч, загорелся. Так, неплохо. Так. Так. Ауч, было больно. Ну ладно, попал хотя бы сюда уже, хорошо. Наверное, не уверен, 100%. Ну да, здесь проходы сделали для всех уровней. Главное уметь грамотно... О, смотрите, кого нашли. Нашлась крыса. Так, вроде неплохо, пока движемся, хорошо. Ауч, не получилось. Придется вниз. А я смогу здесь? Я его вырубил, да? А, нет, там закрыто, ясно. То есть, если упал, то все закрыто. Так. Пока лидируем, пока лидируем. Так. Так. По-хорошему, надо бы залезать бы наверх. Так. Кто додумался? Да, логично, это же я додумался. Так. Так. Даже быстрее себя обыкновенного, это интересно. Так. Давай, есть. Так, вроде неплохо. Так, неплохо.
Так. Так, вижу его. Так, отлично. Давай, есть. Так. Нет, он меня здесь опережает на порядок. Здесь вот сейчас мне лучше помирить бы. Нет, двойник добрался. Нет, мы пройдем этот уровень в любом случае. Это надо пройти. Потому что мы с вами неплохо, в принципе, прошли. Я начинаю вспоминать, как я проходил этот уровень. Так. Так, давайте поверху, поверху. Всегда идем поверху в любой непонятной ситуации. Так. Так, ясненько. Попал вниз, это плохо. Ну, что поделаешь, чем богат, тем и рады. Так. Надо в любом случае суметь его обогнать, как ни крути. Так. Есть, залезли. Так, ты будешь у меня адекватно двигаться, ёж? У меня порой ощущение сказывается, что ёж меня намеренно подставляет. Так. Есть. Вот заметьте, как допинг-ганкер сумел меня здесь обскакать. Вот как. Он не может так быстро двигаться. Это физически невозможно. Давай, давай, давай. Вот здесь мы более-менее на равных. Да зараза, почему ты не хочешь нормально прыгать-то? Ну реально вот не хочешь нормально прыгать. Давай, прибей его. Спасибо. Это я пили. Реально, ёж как-то обнаглел. Его надо кастрировать. В хорошем понимании этого слова. Спасибо, рабочий. Пока идем на эску, что хорошо, наверное. Уверенно.
пусть лучше они его добивают. Вот реально, пусть лучше добивают. Мне так спокойнее, веселее. Вот ты неплохо бьешь. Респект. Не одна, так другая зараза пробьет, да? Так. Так, неплохо, прорубай. Можно было бы поверху пойти, но я уже сглупил. Есть, неплохо. Вот сейчас я с ним намного ближе. Так. Я его вижу. Вот он, буквально со мной вот здесь вот. Так. Давай. Тоже здесь возится, потому что это самый короткий путь. Так, отлично. Давай, выпускайся, гребаные ракеты. Меня эта ракета прибьет лучше. Доппингангер меня опережает. Мне нужно сейчас помереть. Вот, отлично. То есть, я успел помереть раньше. Вот это меня бесит. Вот этот последний кусочек уровня. Реально очень тяжелый. Ой, сколько мы с вами уже? Мы уже час с вами записываем. Походу... прохождение за Чарм придется разбить аж на два эпизода, мне кажется. Не уверен на 100%, но вполне себе вероятно, что так оно и будет. Но Топпингангер это та еще тягомотина, но... принцип наш незаменим. Попробуй пройти понизу. Смотреть хочется, что здесь такое водится.
можно признать, весьма необычный уровень. Так. Так. Слушайте, это получается куда более быстрый уровень, если так посмотреть на все. А вот все равно возвращаюсь на круги своя. Так. Так, давай. В общем, здесь главное вовремя менять форму. Так. Так. Есть, мы идем с ним ноздря в ноздрю. Это меня отчасти радует, отчасти нет. Давай же. Давай-давай. Вот не люблю я эти вот скрытые беголовки. Прям выбешивают порой. Так. Так, неплохо. Попробую пройти вот таким путем. Так. Потому что там же мука, так ведь, да? А здесь вроде бы нет такого. Так. Вроде я его как опережаю на данный момент. Так. Так. Есть, есть, есть. Движемся с вами, товарищи. Да неужели? Впервые я эту заразу обогнал.
Нет, спасибо, я устраиваю. Тем более, это хороший результат, по-моему, вышли на эску, да? Давайте сейчас гляну. Ну да, и заодно окрасили мерчарми. Да, на эску прошли. Видите, мучились, да что-то получилось же. Есть, забрали. Так, теперь можем заняться уже со стороны, я бы сказал бы, ежа. Но мы уже за ежа с вами целый час возимся. Поэтому давайте пока, чтобы не быть переутомленными, за следующего ежа мы с вами продолжим уже в следующий раз. Так что ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Дискорд, ВК, Динар, Телеграм, ссылки все в описании. Спасибо всем, ребят, кто смотрит прохождение. Спасибо всем, кто ставит лайки и делится с друзьями. Чем нас больше, тем веселее. Ну а с вами был Вескер, Амбрелла Тэчинг, он же голос доктора Эгмана Работника. До скорой всем встречи, всем пока, удачи. Увидимся в следующем прохождении, где мы с вами займемся и чарми, и крокодилом Вектором. Однозначно. Хотя нет, Вектора я оставлю все-таки до сладенькой, я его дополню сладенькой. Так что в следующий раз будем допроходить чарми. Но если Ёж пройдет быстрее, то и Вектора захватим заодно бонусом. Что ж, до скорой всем встречи, увидимся! Попав под вражеский огонь, ты потеряешь кольца в режиме оранжевой ракеты, но не прекратишь движение. Интересно.